Внимание, Государственный гимн Российской Федерации. Республики Казахстан.
Энергоигровом составе.
За задержку соперника Клюшкой малым штрафом наказан Юлия Зимова, 22-й год. Передача Никиты Григорьева номер 8. Шайбу забросил Григорий Степанов, номер 42-й, Атлантаинов. Команда «Энергия» играет в полном составе.
Шайбу забросил Никита Григорьев, номер 8, последняя минута первого периода. Thank you.
За атаку соперника не владеющего шайбой и малым штрафом наказан Вячеслав Леров, номер 70. Thank you.
Шайбу забросил Владислав Белозеров, номер 13, команда «Юность». Шайбой малым штрафом наказан Никита Григорьев. Юность как полный состав. Юность
Триев, номер 8, команда «Юность». Ченко, номер 3, шайбу забросил Евгений Коптев, номер 34, команда «Энергия». Команда «Энергия» играет в полном составе. Thank you.
Последняя минута второго периода. Шайбу забросил Санжар Тусунбеков, номер 77, команда «Юность».
Передача Александра Денисова, номер 91. Шайбу забросил Никита Григорьев, номер 8, команда «Юнайтед». Передача Никиты Григорьева, номер 8. Шайбу забросил Роман Бычков, номер 75, команда «Юнайтед» в полном составе.
За грубо страном штрафом отказан Бардовлян Комитет, потому что взять цифрой по мобильности. За атаку соперника, не владеющего шайбой, полным штрафом наказан Юрий Резепов, номер 22-й, энергия. Юность играет в полном составе. Продолжение следует...
Последние две минуты третьего перерыва.